Приятные розыгрыши для автомобилистов стартовали в магазинах первой аккумуляторной компании с 18 октября 2014 года. По условиям акции необходимо было приобрести аккумулятор в одном из магазинов собственной и дилерской сети, правильно заполнить купон. Всего у нас приняло участие порядка 4000 покупателей, но по тем или иным причинам, я уже их называл, это некорректное оформление заполнения анкеты. Реальных участников в розыгрыше главного приза было у нас 2550. Мы чувствуем и видим, что для наших покупателей, для автовладельцев интересно участвовать в рекламных акциях, в рекламных играх. И, наверное, не только интересно, но и полезно. Еще бы! Купив аккумулятор, получить автомобильный органайзер, который в багажнике станет местом хранения нужных и ненужных вещей, или теплый стильный шарф с логотипом первой аккумуляторной компании. Для этого надо было стереть защитный слой билета и забрать подарок в магазине вместе с приобретенным аккумулятором. Всего же было разыграно 173 моментальных приза. К слову, билет продолжал участвовать в игре дальше. Главный розыгрыш призов состоялся в Пинске в офисе первой аккумуляторной компании в присутствии членов комиссии. С легкой руки очаровательной девочки Олеси счастливым обладателем зеркального фотоаппарата Canon стал Юрий Голиков из города Гродно. Вы выиграли фотоаппарат Canon EOS, которая стоимость этого фотоаппарата 4,5 миллиона. Вы рады этому? Ну а фирменный велосипед BMW Bike стоимостью более 2000 долларов благодаря случайному выбору тоже отправится в Гродно. Кататься с ветерком сможет Анатолий Пастушеня. Наша игра уже 3 года подряд происходит стабильно, регулярно, и мы тем самым показываем свою выстроенную какую-то систему наших продаж, которая позволяет каждый год принести какую-то радость людям. Мы рады совершенствоваться, рады приносить все лучшее и лучшее для нашей страны. В этот день были вручены призы победителям рекламной игры, которая проводилась в социальных сетях. Всего лишь сделав удачный фотоснимок на фоне продукции первой аккумуляторной компании, Наталья Кучко получила органайзер, а Юлия Пархута – новенький фотоаппарат. Получила моя подруга, но она не смогла сегодня присутствовать, поэтому за нее пришел за призом я. Конечно, это было очень неожиданно, приятно, и хочется сказать людям, чтобы они участвовали в подобных акциях. Это реально. Верьте в себя. Поверить в себя и в удачу – такую возможность вновь предоставит своим клиентам первая аккумуляторная компания. Розыгрышем BMW Байка и фотоаппарата рекламные игры не заканчиваются. В наступившем году будет еще немало сюрпризов.